Танцювальну тему ми продовжуємо у програмі «Ранок на Алтаві». Будемо говорити про фестиваль, який відбудеться найближчим часом у нашому місті Полтава Dance Festival. І сьогодні ми запросили до студії прямого ефіру його організаторів. Це Наталія і Дмитро Росенки. Доброго ранку. Доброго утра. Ну, по-перше, давайте відкриємо таємницю нашим глядачам. Ви чоловік і дружина, так? Да. І поєднали вас танці. Да. Скільки років тому це відбулося? Скільки років ви вже разом танцюєте і просто разом? 10 лет. С 2007 года мы стали в пару. Так. И потом это переросло уже... Сначала мы начали просто танцевать вместе, и после этого это уже переросло в какие-то отношения. Ну, про фестиваль Полтава Dance Festival мы еще поговорим в эфире, а нам цікава оця тема. Як, коли ви зрозуміли, що ви більше, ніж танцювальна пара? Хто перші кроки зробив? Ну... Такого не было какого-то момента однозначного, когда ты, наверное, просто когда ты с человеком проводишь много времени, и это уже становится не просто там твоим знакомым или другом, а чем-то больше в плане там твоей поддержки и опоры. Поэтому у танцоров, наверное, с этим как-то по-другому, потому что мы на самом деле очень узко смотрим всегда на мир, потому что нас до определенного возраста действительно интересуют как бы только танцы и тренировки и все прочее. И в этом, когда ты находишь человека, который твой единомышленник и близок к тебе по духу, то, пожалуй, тут уже и нет смысла выбирать, все и так ясно. Поэтому так и получилось. И, по-моему, ну, я должен сказать, что это я, конечно, предпринял первые шаги. Головне – знайти однодумця у житті. Да. Тоді все складеться якнайкраще. Отже, Полтава Dance Festival – ваше спільне таке дітище. Це ви вперше організовуєте цей фестиваль? Ні, це буде вже в третій рік проводитися. І ми сподіваємося, що ми будемо традиційно кожен рік робити цей фестиваль довгі роки. Поэтому уже есть какой-то опыт. В общем-то, не впервые, скажем так. Як прийшли до цієї ідеї, що потрібно організувати такий конкурс? Ну, на самом деле, Наташа долго говорила об этом. Уже давно? Да, мы общались на эту тему после того, как мы начали делать такие, ну, небольшие отчетные концерты в своей студии. Вот. Потом нам захотелось, чтобы это переросло в что-то более масштабное. Но не было для этого, наверное, каких-то возможностей функциональных, да, и времени не находилось, и мы не понимали концептуально, как это сделать правильно, у нас не было опыта. Мы только были как зрители и как гости на других фестивалях. Но однажды мы приехали с турнира, на котором сами выступали. Это было в Англии. В январе месяце, в конце января мы вернулись. И Наташа говорит, давай делать турнир. Идея возникла очень спонтанно. Дима просто рисовал на бумаге всякие рисунки. И мы просто предположили, что так мог бы выглядеть логотип нашего турнира. И таким образом, собственно, возникла идея, что «а давай». Да, я помню это. Очень спонтанно. И я нарисовал, ну, как это могло бы выглядеть. И на самом деле мы поставили даты в апреле, у нас оставалось там около 2 месяцев на подготовку. Это обычно очень мало, не только для того, чтобы подготовиться, а для того, чтобы предупредить всех своих коллег о том, что мы там планируем такое мероприятие. Поэтому было все очень быстро, в кратчайшие сроки организовано, но... Первый блин был не комом, я считаю, несмотря на то, что у нас было не так много участий, как, может быть, хотелось бы. Все равно турнир оставил хорошее впечатление, и приятно было слушать отзывы. До речі, сколько участников, на вашу думку, какая оптимальная кількість? Вы знаете, сейчас вот тяжело говорить, потому что по двум причинам. Во-первых, очень много турниров. В Украине действительно их очень много, и с каждым годом их все больше и больше. Поэтому, ну, этот момент, еще, скажем так, есть такая проблема, у нас очень много федераций танцевальных, да, и, может быть, и таким сегодняшним прекрасным утром не хотелось говорить о проблемах, но тем не менее, каждая федерация оттягивает на себя определенное участие и создает свой календарь мероприятий, да, и поэтому в нынешнее время есть предварительная заявка, но понятно становится только уже ближе к турниру за один, за два, насколько... масово його посетять танцори. Турнір відбудеться в Полтаві вже найближчим часом. Коли? Де? 11-12 марта в Городському домі культури в виставочному залі. Зрозуміло. І от ми про заявки заговорили. Заявки продовжуєте приймати? Так, заявки продовжуємо приймати. Чекаємо всіх з нетерпінням. Приглашаємо всіх на наш фестиваль.
Приходите, получите массу удовольствия. Ви говорите, що у вас є власна студія, так? Отже, є учні, я так розумію. Да, да. І вони теж збираються брати участь у фестивалі. В першу чергу, да, це для наших учнів. І завжди хочеться в їх глазах бути самими лучшими не тільки тренерами, но й організаторами. Поэтому ми стараємося продумувати массу деталей так, чтобы им понравилось. Мы знаем, куда мы возим их на турнир, и мы знаем, с чем они будут сравнивать наш турнир. Поэтому, конечно, мы приложим все усилия, чтобы это было хорошо, а для них стараемся в первую очередь, ну и, конечно, для всех танцоров нашего города и не только. Поэтому... Обязательно мы делаем категории для самых маленьких учеников нашей студии, которые еще, ну, у них нет потребности пока что выезжать на какие-то большие соревнования, но им нужно где-то принимать участие, поэтому в вечернем отделении 11 марта будуть танцювати самі маленькі танцори, яким від 3 там, до 6 лет. От, до речі, це таке хороше зауваження, що потрібно у чомусь брати участь у будь-якому разі. Да. Чомусь ти навчився, десь це потрібно показати. Да. Показати, на що ти здатен, обмінятися досвідом у будь-якому разі. Кожен конкурс для танцюриста – це корисно, так? Да. Чудово. Вікові категорії. От про них заговорили, давайте детальніше. Які будуть вікові категорії? Ну, здесь не будет сюрпризов. Есть стандартная, скажем так, градация возрастная и также уровневая. Уровневая делится на классы, начиная от, если говорить о классах, то с N-класса. До этого есть еще категории школа, дебют. И тоже очень много есть каких-то новшеств. Организаторы часто встречаются в ситуации, когда они называют какие-то новые категории там, из серии Baby Star или какие-то еще. Но это все делается для детей, для того, чтобы немножко разнообразить и создать больше опций для участия, скажем так. Поэтому... Створити категорію, в якій би могли виступити там найменші учасники. Да. Так? Ну, то, що стосується стандартно прийнятих категорій, то це ювеналы, вони діляться, скажімо, по номерам. Ювенали 1, ювенали 2, також юніори 1, юніори 2, молодіж 1, молодіж 2 і взрослі. Всі, хто займається спортивними танцями, знають, про що йде мова. Да, ювенали 1, да, ювенали 2. Да, да, вони всі знають. А якщо по-простому пояснити глядачам? Ну, це возрастні категорії. Ювенали 1, вони... 9-10 років. 9-10 років, ювенали 2, 11-12. Юніори 1, 12-13, ну і так далі. Тобто, от така йде градація. Так, і є обов'язковий мінімум, який потрібно показати, які танці потанцювати, протанцювати. Ну, здесь уже мы говорим о классах. Здесь возраст значения в принципе не имеет, потому что даже в ювеналах, если мы говорим о открытом классе, так называемом, то есть это тот уровень танцевания, который является в данной возрастной категории максимальным, то танцоры танцуют 5 танцев в одной программе. То есть обычно дети занимаются двумя программами, поэтому они танцуют 10 танцев. И если говорить о классе ниже, то это может быть 8 танцев, о классе ниже это может быть 6 танцев, ну и так далее. Костюмы потрібні на кожен танок різні? Нет, они в одной программе одинаковы. В ювеналах точно дети не меняют костюмы. В юниорах 1, юниоры 2 и старше, когда уже делятся на стандарты латино, естественно, стандартное платье это длинное, красивое, там, с боа, с шифоном. И более вечерние. Более вечерние, да, вариант. А латиноамериканские, ну, это короткие платья в основном, собственно, соответствуют латиноамериканскому стилю. Так сказать. Ну, для дівчат, які займаються танцями, це надзвичайно важливе питання. Да, для хлопців також. До речі, щодо костюмів, є якісь правила? Оголошені, не оголошені? Скільки разів можна одягти той чи інший костюм? Чи взагалі один раз? Ну, таких правил, щоб от тільки один, или... на самом деле таких правил нет. Обычно это все исходит от инициативы. Общепринятые правила, по крайней мере, так было в наше любительское танцевание, я точно помню, да и в принципе сейчас, один комплект можно использовать один год, один сезон, скажем так. А правила есть, в детских категориях это есть различные ограничения, но опять, это все тоже зависит от той организации, в которой танцор танцует, а это очень большая и сложная тема. Поэтому в каких-то организациях можно, стразы, допустим, в каких-то нельзя, ну и так дальше. Есть различного рода примечания по поводу украшений, часто используют в прическах различные украшения, вот и перчатки и так дальше, разные аксессуары в разных организациях или допустимы, или недопустимы, или частично, скажем так.
Зрозуміло. Я нагадаю нашим глядачам, що ми говоримо про Полтава Денс Фестивал. Цей фестиваль пройде вже 11-12 березня у міському будинку культури, у виставковій залі великій. Організатори цього заходу Наталія та Дмитро Росенки сьогодні в гостях у нашій студії. Ми невдовзі продовжимо нашу розмову. Якщо ви танцюристи, любите брати участь у різноманітних танцювальних конкурсах, якщо прагнете показати, на що ви здатні, будь ласка, майте на увазі, що заявки ще приймаються. 11-12 березня пройде Полтава Денс Фестивал у Полтаві, звичайно. Шановні друзі, ну а зараз подивимось невеликий сюжет, після якого повернемось до розмови. Чути голос в лісі, ластівки гніздечко звели в стрісі, а вівча жена отару плає. Тьохну пісню соловей за гаєм. Всюди буйно квітне черемшина, бо в душу вбралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку жде. Бачимо, що дівчина таки дочекалася. Я сподіваюся, що ви впізнали гостей прямого ефіру програми «Ранок на Алтаві». Сьогодні з нами у студії організатори фестивалю «Полтава Денс Фестивал» Наталія та Дмитро Росенки. От такий чарівний танок ми щойно переглянули. До речі, «Полтава Денс Фестивал», які партнери, друзі вас підтримують? Сцена, світло, звук? Ну, в першу чергу, телеканал «Алтава». Нам дуже приємно знову сотрудничать. Нам також. Потому что это хорошее впечатление. Вот как мы сейчас, я на самом деле это видео не смотрел очень давно. Наверное, ну, года два точно. И поэтому есть возможность всегда увидеть, как это было и внести это в массы. Поэтому прежде всего телеканал «Тава», плюс есть масса
масса, может, неправильное слово. Есть некоторые люди, mm-hmm. предприниматели, которые проявляют участие и поддерживают это мероприятие. Что люблять очень танці. Приятно, да. Можливо, хтось у минулому займався. Есть и такие, да. Тепер підтримують молодих танцюристів. І, звісно, потім посещають наше мероприятие в качестві гостей, наслаждаються цим всім дійством. От, до речі, я зверталася до танцюристів, які, можливо, сьогодні цього ранку вирішать брати участь у Полтава Dance Festival. А ще ж ми звертаємося до всіх, хто любить просто дивитися на красиве. Так, можна теж відвідати Полтава Dance Festival. Ми всіх приглашаємо. Ну, а танцюристів, потенційних учасників можна приваблювати ще й надзвичайно професійним обладнанням, яке буде сценічне. Да, у нас є партнеры, это компания Grand Show, которая помогает нам каждый год, и мне очень нравится сотрудничать с ними, потому что там абсолютно, я не знаю, неограниченное количество идей у этой команды, и полит фантазии, да, просто они воплощают для творческих идей. Все, что хочется, и на самом деле я считаю, что это очень сильная команда, и они вносят очень большой, скажем, вклад в ту картинку, которая создается. Поэтому в этом году мы на самом деле постарались еще больше, и у нас будет еще больше сцена, еще больше света. Ну, есть сюрпризы, которые я не могу пока открывать, но, тем не менее, я думаю, будет интересно, и для многих тот зал, который мы, скажем так, представим для общего обозрения, будет для многих удивительно увидеть его. По-новому. Да, да. Все відкриється для нас. 11 і 12 березня. В два конкурсних дні. Да. Первый день, он считается более основной, потому что танцуют основные категории рейтинговые. Второй день – это дети первого-второго года обучения и категории от N до E класса. Так, якщо ми вже заговорили про дітей, з якого віку можна віддавати дитину на спортивні танці? Ну, кожен год тренери на самом деле попадают в неловкую ситуацию, потому что мы всегда говорим с 4, с 5. И когда приходят мамы в 2 года, так, приводят своих детей и говорят, ну, мы уже, в принципе, можем танцевать. Мы пробовали дома, у нас выходит. Мы, конечно, принимаем таких детей, но иногда приходится себя правильно настроить, чтобы их суметь организовать. В этом возрасте им интересно все. Да, им интересно ходить. Они не могут стоять на месте, поэтому тренерам приходится сложно. Но мы принимаем... Треба ходить за дитиной. Да, это верно. И поэтому я боюсь говорить, что мы принимаем с двух, потому что, наверное, в следующем году они придут уже с одного года. Как только научился ходить, да, сразу мама решила, что он хочет танцевать. Да, это верно. Поэтому создаются группы именно для 2-3 лет, где занятия проходят в игровой форме. Так и для детей проще, и тренеру проще их организовать. Зрозуміло. Ну, взагалі, 4-5 років – оптимальний вік дитячий. Так, це нормально. Я в танці попав в 5 років, я пам'ятаю. І якийсь період, на самом деле, пам'ятаю добре ось цей період. І перші, може бути, кілька місяців я не зовсім орієнтувався, що це таке і що тут треба робити. Але потім все вийшло, і це було нормально. Але коли діти приходять в 3, я пока не знаю, как для них, но с другой стороны, сейчас дети куда активнее, куда более развитые, чем когда был я маленький, поэтому на самом деле 4-5, я считаю, это нормальный возраст. До чего потребно быть готовым? Детям, батькам? Каждый перед собой ставит разные цели. Кто-то ставит для себя как цели там, спорт, и поэтому он должен к этому готовиться. Кто-то просто для общего развития приводит ребенка на танцы. Соответственно, как бы к этому тоже нужно относиться с пониманием и не требовать каких-то от ребенка в таком случае великих там побед. Ну, якісь такі моменти, пов'язані із формуванням пар. От коли пара сформувалася, танцювали разом, потім хтось вирішив взагалі піти з танців, так? Да, потрібно это шукати партнера. Це распространенная ситуация на самом деле. І здесь хотілося б добавити по предыдущему вопросу, чого от можна ждати, і этого в тому числі. Тому як дуже многие зв'язують ну, в силу каких-то хороших там помыслов, да, в том, что партнер или партнерша, или эта пара, она будет там существовать там какое-то количество времени, долгое, максимально долгое. Поэтому, да, действительно, к сожалению, бывает так, что кто-то бросает, кто-то, может быть, переезжает. Часто партнерши перерастают в росте партнеров, и девчатка, да, швидше и они быстрее растут, да, и поэтому это тоже становится определенным таким этапом для этих танцоров. Вообще, хотелось бы сказать, что
Ожидания, наверное, здесь правильно сказала Наташа, все зависит от того, какие ставишь перед собой цели. Но в принципе, это такой же вот в этом аспекте вид деятельности, как и любой другой именно спорт. Потому что здесь есть соревновательность, здесь есть сильная физическая подготовка, то есть она должна быть для хорошего уровня танцора. И, ну, чего ожидать родителям? Если это действительно серьезные намерения для занятий, то нужно жертвовать временем. Если же это для общего развития, то здесь полегче. Это обычный график, обычный, скажем так, обычная секция или кружок, как мы можем назвать, да, для ребенка, для общего развития. Поэтому, опять-таки, от целей. И часто вот говорят о том, что это очень дорогой вид занятия, да, там, балет, танцы. Так, есть такая думка. Костюмы. Да, где-то, конечно, я тоже вынужден согласиться с этим, потому как действительно затратное в каких-то моментах. Но мы проводили параллель, если заниматься каким-то другим видом спорта серьезно, то это не менее, скажем так, затратная часть, потому как любая экипировка, любые аксессуары, если говорить... ну, скажем, о том же футболе, да, мы все примерно можем себе представить, сколько стоит там футбольная обувь или экипировка для спортсмена. Ну, в будь-яком разе, это дорого. Это дорого, да. Поэтому, чем серьезнее цель в любом виде, я думаю, тем, в принципе, ну, затратнее получается развитие. К сожалению, наверное, но от этого никуда не деться. Это не самая большая проблема, потому как из опыта люди, которые начинают... Самое главное что? Самое главное заинтересоваться этим. Если есть заинтересованность, ты... не настолько видишь проблему в том, что ты можешь отказаться от чего-то и, допустим, вложить там деньги, да, в свое развитие или в развитие своего ребенка. Поэтому не все так страшно, как это преподносят. Можно заниматься, и нет ничего в этом такого, каких-то там градаций. Вот я могу, я не могу, я потяну. Есть масса ситуаций, когда все получается. Любити, прагнути, да, хороших, да, результатов, тоді все выйдет. Все так? Получается, да. Ну, до речі, сколько триває занятие? Ну, общепринятое, скажем, время тренировки – это 1.5 часа. Вот. Но здесь тоже зависит от клуба, как вот в клубе устроена система развития. Вот, например, мы сторонники того, чтобы наши ученики развивались еще и хореографически, поэтому у нас есть тренер по хореографии, и это отдельное время в определенные дни в неделю, когда дети занимаются там по 60 минут, плюс после этого у них тренировка уже непосредственно по бальным танцам. То же самое мы планируем сделать по общей физической подготовке. Будет тренер, который будет их, скажем, вести, создаст им программу определенную, и это будет системно, не, скажем, точечно, там, например, на учебно-тренировочных сборах или перед турнирами, возможно, где усиливаются тренировки. Это будет постоянно. Поэтому, в принципе, 1.5 часа, ну, а если уже хочется чего-то больше, можно добавлять. Ну, и также в этом году мы ввели в нашем клубе теоретическое занятие. Дети изучают фигуры, им потом проще учиться. Это интересно было, потому что не все сразу до конца понимали, для чего это. Но, например, когда мы поступали в институт, вот я в частности, я думаю, и Наташа тоже, у нас спрашивали название каких-то фигур. А очень часто во взрослом возрасте пара выбирает одну программу для танцевания. То есть или латиноамериканскую, или европейскую. Редко, когда это две программы. И, конечно, когда ты занимаешься одной программой, ты... можешь быть не настолько хорошо осведомлен о второй программе, не знать каких-то фигур, каких-то связок, каких-то тонкостей. Это нормальное явление. Вот. Но когда ты поступаешь в институт, тебе могут задать вопросы касательно любой программы. Поэтому всегда нужно быть готовым. И когда мы ввели это теоретическое занятие, дети сначала не понимали, для чего это. Они все с самого начала учили, как называется фигура, как, в каком классе танцуются, направление, ритм, шаги. Партія партнера, партія партнерши, і у них була каша. Особливо они... протестували 4-річні. У них таких тренировок нет еще. Это у более взрослых. Вот. Но сейчас они активно посещают занятия и... ведут тетрадки, им даже нравится. Ведут конспекты, да, и записывают всю теорию, которая может быть. Ну, я считаю, это важно, и поэтому мы это сделали в студии. Головне, щоб подобалося, дійсно. Да, это верно. Да. Дійсно, головне, щоб любили свою справу, якою займаються. Давайте ще раз запросимо всіх полтавців, усіх танцюристів на фестиваль. Да, мы приглашаем всех 11-12 марта. Приходите на наш фестиваль Полтава Dance Festival. Вас будет ждать масса положительных эмоций, очень красивое оформление, приглашенное судейство, подарки, масса приятных эмоций.
За яскравими емоціями 11 та 12 березня прямуйте до міського будинку культури, до виставкової зали на Полтава Dance Festival. А в нас в гостях були його організатори, прекрасні танцюристи, просто хороші люди, подружня пара Наталія та Дмитро Росенки. Дякуємо вам, успіхів вам у проведенні фестивалю, вдячних учнів і нехай здобувають свої перемоги. Дякую вам большое.